это ты поэтому меня спрашивала, как мне Соня, как она мне на внешность? Ну, в конце концов, а что тут такого? Грязные инсинуации. Все! Все? Так, ребята, я прошу прощения, я просто перебрала, это была просто шутка, я просто пошутила. А что за шутка-то? А ты хочешь сказать, что ты был не в курсах, что Соня предложила Марте? Так что предложила-то? Групповуху, Антон! Вообще-то за камеры ответственный. Или я опять все должна делать? Опять? Послушай, у нас что, вор, грабитель, террорист? Маша, я охранник, я охраняю. Ты Маша, ты в безопасности.